Друзья, всем привет! С вами Санек, и как видите, нахожусь в мастерской. Ну и перед тем, как поздравить вас с наступающим, а может кого-то уже с наступившим праздником, хотелось бы сменить обстановочку, и как любой другой самодельщик, делается это как? Просто вот так. Друзья, пусть уходящий год забирает с собой вот эти все вот эти проблемы, которые были в этом году, все вот эти невзгоды, несчастья, пускай его забирает и уносит у всех, у каждого, чтобы отдайте этому году прям вот, я не знаю, вот просто гоните его из своей жизни. Он до того был ужасный, это капец, мужики. Вот всем желаю, чтобы вот в следующем году просто воротило всем и каждому. Удачи вам во всех ваших начинаниях, успешных завершений ваших проектов, там, не знаю, любых других домашних дел. Те, кто занимаются своим любимым делом, они просто кайфуют от этого. Вот. Всем мира, добра, удачи. Вот. Не знаю, был ли полезен мой канал в этом году, да, в прошлом году, там, я не знаю. Я вот снимаю эти видосики, пилю их день через день и каждый день. Для кого я это делаю, я не знаю, мужики. Так что напишите в комментариях, если я кому-то был полезен. Вот. Никаких проблем. Я почитаю, другие почитают. Это будет интересно. Ну а так, что? Сегодня вот просто всех с наступающих, с наступающим, с наступившим, я не знаю, там, у кого-то может день рождения. Всех поздравляю. И желаю всего-всего-всего. Ну а так, что? Возвращаемся в мастерскую и работать снова.